К другим новостям. Гимназии номер 16 «Интерес» состоялся третий региональный фестиваль IQ Park. Он собрал самых изобретательных детей из 15 муниципалитетов Подмосковья. Школьники всех возрастов показали свои навыки в конструировании, моделировании и робототехнике. В этом году на фестиваль приехали более 200 учеников из разных городов Московской области. Дети должны были продемонстрировать технические знания, а также защитить свои проекты. Самое главное, чтобы у них появилось ощущение собственного успеха. Еще для нас важно, чтобы ребенок мог объяснить то, что он сделал, и чтобы он мог объяснить, зачем он это сделал. Это фестиваль, а не конкурс, поэтому победителями будут все. IQ Park – это маленький технический городок, где есть сквер Лего, площадь Кубора, аллея бумажного моделирования и другие станции, где юные конструкторы и инженеры представили свои интеллектуальные и изобретательские способности. Цель нашего проекта – это создать действующую катушку Тесла и пронаблюдать ее работу. А главная ее цель заключается в том, что можно передавать электрический ток на большие расстояния. Без подключения проводов. Эксперты оценивали детские проекты в таких номинациях, как бумажное и предметное моделирование, дизайн одежды, создание мультипликации и компьютерных программ, а также демонстрация роботов. У нас проходят соревнования роботов в различных номинациях. Движение по черной линии, соревнования по футболу, движение по лабиринту и борьба с умо. Дети показали свои идеи в конструировании и программировании роботов, а также поделились опытом друг с другом. Наша страна, наша с вами большая Россия, это громадная техническая держава. И инженер тут нужен, и мы очень ждем, что когда вы вырастете, вы тоже поработаете на славу нашей страны. Фестиваль IQ Park – отличная площадка для творческих и одаренных детей, способная привлечь школьников к изучению технических и естественных наук. Даниил Михайлов, Никита Скороган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.